Боковой писать. И вытащи, чтобы заработать, все, предупреждение ему дать. Ты понимаешь? Поставить пар. Не надо отпрыгивать. Атакуй и развернись в центр. Дай! Ты понял?
не бояться атаковать, провоцировать его, провоцировать. Вопрос. Да, расскажи. Мощно тогда под себя, если голову отдают, ну ты дай ему большую, разозлись. Ну ты можешь разозлиться? Он тебе голову вниз, да дай ему вниз под себя. Если ты будешь пробивать правую снизу, он стоит, он ждет левую руку. Твою, вернее, правую ждет. Если ты левую будешь пробивать, он не делает в эту сторону. Вижу у него сторону. Стойка, ты понял? Левую, если друг пробивает, он ждет тебе правую руку, правильно? А если левую снизу ты будешь вот атакуй, а потом под себя его. И твоя задача сейчас. Стеснить его. Ты понял? Все. Поздравляю!